По решению губернатора Вячеслава Федорищева в Самарской области увеличена сумма единовременной выплаты при заключении контракта о прохождении военной службы. Теперь она составляет 2 миллиона рублей. Всего за первый год службы бойцы смогут заработать около 4,5 миллионов. Также новобранцам и их семьям предоставляют более 30 мер социальной поддержки. Ну а кто, если не мы? Я 20 лет назад ровно вернулся с СКВО, награжден 12 боевыми наградами. Ну так, внук забирают в десант. Хочу я. Подать заявку на прохождение службы по контракту можно в военном комиссариате или районной администрации по месту жительства.